said good day, sir! Итак, дорогие друзья, всем привет, это Defense, с вами Версута, Натус Финцера против Каипи, по системе Bo3 будет проходить данная встреча, это финал верхней сетки, финал винеров, команда, которая выигрывает, попадает в гранд-финал, команда, которая проигрывает, попадает в финал нижней сетки. Ну и, в общем-то, как вы понимаете, у обеих команд, даже в случае поражения, будет шанс вновь встретиться, как это было, например, в рамках премьер-лиги. Мауза отлетели от Альянс в нижнюю сетку, потом благополучно выиграли в нижней сетке у ЕГЭ, ну и опять попались в финале против Альянс, где, в общем-то, и проиграли. Кстати, все воды залиты на канал YouTube, Версута ТВ канал. С недавнего времени. Может быть, я буду свои ролики заливать, воды буду заливать уже на канал Натус Винстера. Я пока еще не уверен, нужно ли будет это делать, но вот как только канал Ютуба будет изменен, куда я буду воды заливать, я вам обязательно сообщу. Ну и немножко, ну совсем так, краем глаза можно пройтись по банам и пикам. Может быть, даже немного поговорить о командах. Меня сегодня спрашивали о том, как думаешь, кто победит и каковы шансы у команд. Ну, изначально я посмотрю, что думают пользователи. Что же они думают? Так, кто-то два... Ага. Так. И, значит, пользователи считают, что у Natus Vincere шанс на победу 80%. А Каипи могут выиграть с вероятностью в 20%. Ну что ж, не очень утешительные цифры для команды Каипи на самом деле. Но я бы не ставил, так скажем, 20% на Каипи. Ну, минимум 35%. Вот лично мой прогноз. 35-65%. Почему? Потому что Нави, во-первых, с Валенсии только-только прилетели, и вполне вероятно, что они уставшие, там, не выспавшиеся и так далее, и, может быть, как-то вот не лучшим образом отыграют. Что касается Каипи, эти ребята как раз-таки стали все лучше и лучше выступать, но, во-первых, у них сейчас стендин в виде Сингсинга. Сингсинг, конечно, хороший дотер, здесь спору нет, но, опять же, хороший дотер — это одно, а пятый игрок команды — это совсем другое. Поэтому на тимплее это может сказаться. Но Сингсинг не первый раз уже играет за Каипи, и они выступают с этим товарищем довольно неплохо. Мне вот их игры, я вот, кстати, как-то помню, говорил, что, мол, если бы Сингсинг вступил в ряды Каипи, это могло быть даже круче вместо Артизи. Но, насколько я знаю, Eternal Envy и Артизи друзья, и вряд ли они там кто-то кого-то бортанет и так далее. То есть Сингсингу нет места, Сингсингу среди Каипи. Нага, Сирен и Фурион в пике у команды Каипи. Забанили они Алхимика вместе с Ченом. И банятся на второй стадии Шторм плюс Акаша. Два соло-мидера. Natus Vincere в полном составе, в отличие от Каипи. Забирают визажа Найкса, банят Батрайдера Виспа. И на второй стадии вычеркивается Шадоу Демон. И вот Пупей думает, что банить еще. Вот у Natus Vincere, у Пупея отличная аватарка. Вот прям лучшая, наверное, аватарка, которую можно, в принципе, придумать. Среди всех аватарок, которые есть, у него просто самая уникальная. Это из разряда «мне лень получать там, ну, там, делать какие-то ставки и шмотки, что-то где-то кому-то дарить или получать». А тут ему тупо лень даже зайти аватарку себе поставить. Я не настолько ленивый, у меня даже аватарка есть. Так, ну и что касается банов. Тут, получается, на второй стадии желательно банить таких героев, как... Вот, кстати, СД забанили, потому что, ну, тут может получиться такая неприятная комба. Могут взять... Если честно, вот аналитику разводить очень сложно в данный момент. То есть через что пойдут Каипи. Мне кажется, сейчас Пупей думает, банить ли Тимбера или нет. И вот он долго думал и решил забанить все-таки Гирыча. Кирокоптер, Джакира... Сам по себе, ну, это очень хорошая комбинация под Нагу. Дисрапторы всякие. Ну, в основном, конечно, вот нужно думать над баном Тимбера, потому что этот парень слишком жесткий. Может быть, Нави сами его пикнут. В исполнении Нави я Тимбера не видел ни разу. Может быть, они играли в рамках какого-то турнира, но, к сожалению,
я комментировать не мог. Я, например, вчера узнал, что вот не только Каипи играет Тимбером, а еще и Альянс играет. Притом Альянс тоже очень продуктивно. И я только вчера первый раз увидел эту игру, и как бы до этого мне просто не было возможности комментировать. Никс Ассасин. Ага. Лайфстиллер Никс. Комба, кстати, довольно неплохая, да. Один под Вендетту уходит, другой в него прячется, и можно вдвоем загулять, кого-то загангать. Получается, два саппорта и керри есть. Нужно добрать мидера и кого-то в хард. Ну, либо кого-то еще, просто соло. Вполне вероятно, что они трипл свой в хард поставят. Ну, с Никсом такое. То есть, вполне возможно, что и не поставят. Так, сейчас мы звук настроим. Аудио. А, нет, нормально все тут со звуком. Все нормально. У меня в этих наушниках почему-то так тихо все. Так прям няшно. Нужно-нужно, говорит мне Марчелло. Привет. Так просто... Так, все, ладненько. Эти проблемы мы решим позже. Дарксира, значит, забирает Нату Свинсера. Ну а Каипи, взяв СФа, вот прям такой СФчик в последнее время. Вообще мне нравится этот герой. Просто вот именно симпатизирует. Я думаю, я не один, не одинок в этом. Но почему-то я его всегда недооцениваю, всегда считаю слабым. Его многие команды пикают. Вон, Альянсы он вчера брали через... брутальный такой, знаете, и там билд Манта, ферстай, там дальше там Сатаник, и, в общем, такой баттерфляй, то есть такой жесткий-жесткий СФ, без БКБ, просто наглухо берет и с руки выписывает там такие плюхи, что дай боже. Бэйна себе добрали. Получается, есть два суппорта, есть мидер, есть хардлайнер. Тут я Нагу приписываю пока к саппортам, но до конца еще на самом деле не ясно. Вполне вероятно, что она будет как раз-таки фармилой. Посмотрим, что... А, ну вот видите, Пупей считает, что в пике будет Винга, вполне вероятно, да, и банит именно ее вместе с СФом, там туча минус армора, значит, по мнению Пупея, не хватает как раз-таки саппорта. Посмотрим, что там Eternal Envy задумал. У Нату Свинсера, получается, есть хардлайнер и трипла, да, готовенькая. Нужен кто-то в мидл. Пака, наверное, забанят. Мне кажется, в пик Нави Пак неплохо впишется. И в бане вроде его нет. Да, но... есть еще такой вариант, как Тимбер. Тимбер Соу. И, кстати, с Найксом он тоже неплохо может взаимодействовать. Пака забанили. Ну, вот видите, прям как в воду глядел. И Пупей в раздумье. Чего же брать? Чего же пикать, чего же брать? Пака забанили. Есть вариант с Тимбером. Очень сильный герой. Но против СФа... против СФа, против СФа... можно взять Драгонайта. Это тоже такой довольно часто пикаемый персонаж. Времени не так много, на самом деле, на раздумье. Но 26 секунд резервного времени все-таки есть. И Пупей, судя по всему, будет его использовать. Прям не может определиться, что же делать. Так, и... просто если взять Драгонайта, пик такой довольно странный получится. 4 милишника. Воу-воу-воу! Вот это... вот это да! Это пуч! Отлично! Пуч, Дарксир. Один жжет ртом, другой вешает Айншелл, плюс ускоряет. Дендимон... Дендимон счастлив. Я думаю, Денди, неважно, как эта игра закончится, он будет просто в любом случае счастлив. Ему пикнули пуджа. Судя по всему, нестандартный пик в качестве Слардера.
Вот мне интересно, что ж они там задумали. Riptide, который минусует армор. Пассивка от SF-а. И, конечно же, самая страшная абилка, которая минусует армор, это Amplify Damage. 8 армора на первом, 14 на втором и 20 на третьем. Это очень страшная сила. Здесь 3, 4, 5, 6. Здесь 2, 3, 4, 5. И при этом есть еще возможность собрать медальку. Ну, лично мое мнение, тут уже медалька, наверное, нафиг не нужна. Тут столько минус армора, что реально и без медальки норм. Но если кто-то еще и медальку соберет, это будет очень страшно. Вместо там, не знаю, 10 дэмэджа будет наноситься 110 дэмэджа. Ну, это я, конечно, так перебрал немножко, но вы поняли, в чем суть. Разбирает, ребята, персонажей. Слардера никто пикать не хочет. Синг-Сингу оставили? Нет, Синг-Синг на Наге. Так, я, кстати, не ошибался, судя по всему, то, что Нага будет саппортом. Видите, Нага покупает центр и все такое. То есть Синг-Синг суппорт. Ага. Ага. Сейчас посмотрим, насколько он хороший саппорт. Потому что обычно он играет в миде каким-нибудь паком и так далее. Или Кунычем. Кунка его любимейший герой. А тут вот такие расклады. Значит, Синг-Синг, Нага, Сирен, Этернал Энви, Слардер, Пиледи, Бейн, СФ Артизи и на Фурионе Бон 7. Бон 7. Дэнди, Пуч, Фаник. Ох ты, а что это у него тут на горбушке? Чей это? Фаник на ДСе. Визаж, Куроку, Хвост. Хвост 4. Лайфстиллер. И кто-то, кого-то я забыл. По-моему, Пупея. Да, Пупея, Никс Ассасин. Так, я кое-что сейчас сделаю, надеюсь, не профукаю зарплату, но что-то тут адски дует. Мне кажется, стоит. Мне вот интересно, вам вообще слышно это все? The battle begins. Извиняюсь, все, я на месте, никто никого не убил. Замечательно. Дабл дэмэдж, значит, тут у нас впереди может законтролить. И законтролит, судя по всему. И направляется на мидл. Ах ты ж. Не? Ладно, не то. Ну да ладно. О, Дэнди. Дэнди не будет подставляться. Но вообще, кстати, Дэнди, по-моему, подставляется. Просто здесь рядом Пупей. И поэтому Пиледи не решается нападать. Но, блин, у него дабл дэмэдж. Вешает инфибл. У него, значит, дабл дэмэдж, а здесь пол дэмэдж получается, потому что реально половину дамага вырезает. И обратная, так скажем, руна. В доте надо сделать еще, знаете, такие троллящие руны. То есть, чтобы все руны были обычными, но при этом был шанс, чтобы ты, когда берешь руну, например, дабл дэмэджа, там 20% шанс того, что, взяв руну ДД, у тебя наоборот в два раза меньше урона станет. Я не знаю, там. И такой сбоку, как из Mortal Kombat, пупси, или что он там орёт. Вот. Было бы нормально так. Или тролл фейс на пол экрана. Хасту взял, у тебя вместо максимального мувспида минимальный, там, соточка. Норм. Иллюзии. А что с иллюзиями? С иллюзиями, наверное, ничего не выйдет. Так, ускоряет Дэнди. Хук первого левела. Рот первого левела. А здесь Айншелл. Айншелл он даже вешать не стал. Тогда непонятно, зачем ускоряли. Тут слегка просупортят Артизи, чтобы он стоял, так скажем, в хороших условиях, как только подымет себе немного крипов. Он 7 приседает, и походу все-таки его убьют. У него нет телепортации, зажимают. И вот посмотрите-ка, как Soul Assumption-то надамажил. Прямо ставил на last hit хвосту. И тот довольный продолжает фармить. Хук, хорошо. Зацепили Артизи. Дэнди пошел. Но под тавер, наверное, есть все-таки не имеет смысла. У Дэнди проблемы небольшие. Да нет, проблемы у Артизи. И добьет же, вы посмотрите. Артизи мог все-таки убить. Мог. Просто-напросто стал бежать вместо того, чтобы драться. Ай-яй-яй. Вот что значит на характере задавил. 2-1. Этернал Энви на полнейшем фрифарме делает себе транквилы. Странно, конечно, Слардер с транквилами. Окай. Окай. Куроку
поднимает третий левел, у хвоста третий левел, и получается Никс Ассасин тут пока второго, Импейл и Моноберн. Артизи. Ну вот, Артизи потерял души, но в любом случае 70 там с лихом дэмэджа у него есть, ласт хитить может, и с каждым разом все больше и больше. Дэнди поднял четвертый. Дэнди успел сделать фраг и получить экспу. Тут только денежка тикнула. А, нет, это же еще и Бэйн заластхитил. То есть, получается, денежка тикнула Бэйну. Да. Пока первую строчку держит Найкс, при том, что он еще и ФБ сорвал. И побежали опять пилить. Телепортации по-прежнему нет. Всего-навсего первый левел. Бон 7 мог бы пойти просто фармить лес, но он решил здесь пофидонить. Подтянулся Этернал Энви, зажимает. У Куроку есть танго, проедает. Должен, по идее, выжить под ускорением. Есть крэш, да там еще и тут нет тапка. А здесь аж целый транквил. Ему спит совсем разный, конечно. И буквально на последний хист остается ХП. Этернал Энви получает фраг. 4-2. Пока максимум, что получается делать, это убивать саппорта, ну и плюс там вот этот Дэндимон успел сделать фраг и потом отъехал. То есть такие шальные киллы какие-то из-за того, что Нави просто далековато заходят. Пока у Натус Винсера все замечательно. Фаник, в отличие от хардлайнера команды Каипи, он просто-напросто фармит нейтралов, и здесь он гораздо больше денег подымет, у него уже четвертый. И... вы посмотрите, сколько тут столько просто фарма, что... Да. А если посмотреть на Фуриона, здесь, ну, только-только начинает фармить. Второй левел поднял с горем пополам. Ну, базилка есть, окей. Это, конечно, не круто. Вот. И у Фаника 670 голды. С бутыля сейчас восстановится. Дэнди крипов хукает. У него бутыля регенерация, может себе позволить пофармить. Оп. Дэнди пока крипится. Один раз убил. Дальше пока... Так, так, так. Пошел, пошел, пошел. Эть, эть, эть. Туда монсунул. Ах, ты ж посмотри-ка, а. Вплотную хуком не попадает. Артизи. Обманывает, обманывает. Тут у нас сегодня оживленно. Обычно в это время уже никого нет. А тут весело, весело. Все работают, всех дела. Так, у Дэнди могут быть проблемы. Сетка. Ох, подтянул к себе поближе. Начинает просто расчленять Артизи. А сделать что-нибудь получится. Найтмар есть, но Найтмар не хватает. А у него нет Найтмара. Посмотрите, Артизи остается буквально в копеечках хп. А Эншелл не повесил. Или не доставал Фаник. Но не убили. Не убили. Шадоуфин ходит. Ну, то втроем. Просто Дэнди из ситуации, в которой, казалось бы, вообще, ну, безвыходная, он еще чуть не фрагнул. Здесь нет Найтмара. Вы посмотрите, он берет Enfeeble на 2, берет на 2 раза Брейнсап. И Найтмар просто-напросто не нужен. Кому сдался этот Найтмар? 4-3. Пупей под инвизом. Я уже думал, Виндетту получил на 6-й минуте, но нет. Это слишком жестко ставится центричник. Ой-ой, сетку зацепит. Не пошел. Чё-то, а зачем центри ты доставил, вопрос? Немного непонятно. Центри поставил, пропалил так неплохо. Ну, может быть, просто вижен ограничен. Может быть, на самом деле Никса и не было видно. Так, Куроку. Посмотрим на Нетворс. Пока первую строчку по Нетворсу держит Найкс. Ну, вот видите, да, он обгоняет больше, чем на штуку. Ну, нет, не больше, чем на штуку. Практически на 1000 обгоняет. Такое. Фейзы, 1400. Через что там прокачивается? На единицу взял спринты, промаксил крэш и... взял баш на единичку. Баш такая неприятная штука против всяких как раз-таки Найксов. Будет пробивать даже через БКБ, еще эти Amplify Damage. Найкс не самый, так скажем, армированный персонаж. Надо будет ему Кирасу как можно скорее купить. По возможности. 7-й левел близится у Дэнди. Такой вот приодетый пуч. С хуком. Не, вот эта штука, конечно, я не знаю. Я бы ее даже за бесплатно не одел. В такого просто... Дядюшка Пуч.
Просто дядюшка Пуч. И Артизи боится. Он решил пойти пофармить нейтралов. Тут, так скажем, побезопасней. Тапок ботл, райзбенд. Не особо, конечно, у СФа. 26 крипов за 8 минут. Тенди выжидает, выжидает кого-нибудь залетного. Но никто не нападает. Пошла такая фарма дота, 7 фрагов сделали. Слегка подрались, попинали друг друга и больше не хотят. Фаник. О, регенерация. Хороша руна, хороша. На топе спушивается линия. И Фанику надо уже поторопиться. На два раза взял вакуум, ускорение и промаксил Айншелл. Да, ТВ-руля проседает очень знатно и опасно. Ускорение у него в КД, подходить довольно опасно, вешает Айншелл. Но Тауэр по-прежнему проседает, подтягивает сюда Куроку. Фамильяры уже имеются в наличии. Глиф. Амплифай повесили. Тернал Энви намерен до конца здесь. Заласхитить не удалось. Крипы заласхитили. Фамильярами подстанили. Дэнди побежал. Нага Сон. Там одновременно был крэш заюзан. Решили отступить. Не хотят драться. Дэнди так уверенно шел вперед. Если честно, как-то прям совсем уверенно. Ну, 1100 хп. У Дэнди не хватит маны на прокаст. Либо хук, либо ульт. А, стиков. 3 штуки. Все нормально. Все хватит. Так, в миде зажимает здесь Артизи. Буквально пару тычек. Дэнди, рот включить и ударить. Хук, что-нибудь. Мансует, паразит. Посмотрите, Дэнди теряет очень много хп. Не стал он хукать. Переагрили тауэр. 15 хп. Никто не за... Фура. Нет, не прилетит. Забил фура. Не стал прилетать. Дэнди боится. Мансует, мансует. Ему тут буквально один хит сделать. У него, правда, 4 стика. Успеет, наверное, в случае чего прожать и... Там, может быть, либо засуицидиться, либо даже скушать. Не, фура не стал рисковать. Не рисковый, так скажем, парень. 6-3. Eternal Envy, 1700 золота. На что он копит? Неужели на дагер? Такой олдскульный слардер, который покупает дагер. Почему бы нет? Дабл дэмэдж. Куроку, наверное, сам заберет. Рядом никого нет. А нет, есть Фаник. Фаник он сразу ускорился. Вакуум уже практически промаксил. Хорошо. Слардера. 2000. Артизи. Так, где курьер? Ну, короче, опять этот баг. Посмотрите, я нажимаю на курьера, он меня переключает на Никс Ассасина. Говорит, смотри на шмотки Никс Ассасина. Я пока тут разбирался, убили Бэйна на ботом-лайне. На топе готовится нападение на Слардера, но он, судя по всему, понял. Запахло жареным, пора отходить. Тиммейты вроде рядом. У СФа. СФ не особо боеспособен. ПТ в райзбенд. Ну, на 11-й минуте айтемов не могу сказать, что много. Все-таки 3 смерти сказываются на шмотках. Нормально жизнь так потаскала. Дэнди. Ну что, надо занимать какую-то позицию Дэндимону. Этим он и занимается. Ускорился Eternal Envy. Спугнул, спугнул. Он не собирался нападать изначально. Тут только одна нага рядом. Он просто-напросто спугнул. Блефует, хитрец. В миде... Никс Ассасин догонит, хотя бы просто застанет замедление, тычка с Вендетты, с импейлов и просто-напросто оставляет фраг. Хвост дотел начатое. Дэнди хукать будет? Не стал. Прогнали просто-напросто за тауэр, снесли его. И Eternal Envy теперь тоже пугает. Подрубаем. Третьего левела уже спринты. Уходит Дэнди. 800 золота у него имеется в наличии. Смоуки. А здесь Бэйн. Оп, иди сюда, родной. Минус впереди. Моментально просто съедает. Но снизу тауэр сломан. Тут разве что на Т2 идти. Вот в миде Т1 еще цел. И надо над этим поработать. Миказм, ботл, арканы. Не знаю, откуда деньги берет Фаник, но у него явно какие-то связи. Потому что за 12 минут... Какой там нетворс вообще у него? 5000. Нет, тут у хвоста еще страшнее нетворс. Это что-то невероятное.
7300, 5400 УДСа. Да. Да. Тут даже у Слардера столько нет, сколько... Ага. Слип. Бейн с ультой. Должен цеплять, я так понимаю, Дэнди. Фамильяры подстанили. Да еще и троих. Дэнди хукает. Хорош. Минус Бейн. Найк заходит сзади. Получает сетку. Синг-синг. Риптайдом откидывается. Пытается убежать. Этернал Энви рядом побегал. Сула Сумшем въезжает под этими спринтами. Очень больно. Байбекается Бейн. И Натус Винцеры отступают. Восстановились смеказмы. И, по сути, посмотрите на полоски ХП. Они ничего не потеряли. Сейчас можно опять подловить, переждать. И продолжить этот файт. Не, Нави обосновались уже и в чужом лесу, и просто на миде. А Каипи сделать ничего не могут. СФ, Огр Клаб. Да, но здесь Огр Клабом одним сыт не будешь. Надо сделать... так, клона. Даже клона не дал хукнуть. Что ж за Синг-Синг злодей-то такой? Аркан Буцу у Синг-Синга. Никс Ассасин. Можно, наверное, опять попытаться под Виндеттой загангать. Только нужен Найкс. То Пупеев соло вряд ли кого-то сможет убить. Под смоками решили. Так, 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 так. Могут они здесь найти хвоста. Ну, судя по всему, хвост что-то знает. Засел такой. Ага. Так, Этернал Энви прыгает. Карапасы есть второго левела, но он пока не особо торопится их прожимать. Прожимает карапасы, подстанил и ушел. Хуком никого не достает, Дэнди. Найкс подошел на помощь. Замедляет, вакуумом стягивают. Без вариантов для Слардера. Синг-Синг ушел. Ну и здесь два друга тоже убежали. Нави могут пойти на Рошана, могут пойти пушить. Ну, судя по всему, хвоста не остановить. Он собрался убивать одного за другим. Сетку получает, бьет крипов. С ультимейта добивает все-таки Нагу. Пока слишком все легко дается. Бон 7 купил Мидас. Сприт пушит с базилочкой. Ну, тауэр здесь ему, конечно, никто не отдаст. Так, Армлет, Фейзы, Барабаны и 3000 сверху. Ну тут, наверное, Кирасу начнет делать. Все-таки реально минус армор это страшная штука. Покупает себе гипер. Да, так оно и есть. Пора делать Кирасу. Дэнди занял позицию, но... пока вот особо Дэндимона не везет. То есть экшена-то в принципе достаточно со стороны Натус Винцера, но вражеская команда практически ничего не делает, и в итоге получается то, что Дэнди тут никого не ловит. Вот какие-то... вот сейчас опять какое-то хождение под смоками. Хвост разгуливает. Опасно. Бейн цепляет его ультимейтом. Сейчас закончится рейдж и сразу будет крэш. Да, у хвоста ни единого шанса. Загулял, но сам пошел в чужой лес. Решил кого-то гопнуть в соло. Ой, 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 Пупей. Вот, кстати, как ни странно, у Пупей уже в который раз он не прожимает карапасы. Не боится. Я не думаю, что у него реакции не хватает. Просто то ли разводит, то ли чего. Так, Артизи, 1300, ПТ, Огр Клаб, Боттл. Слардер. Ну вот, кроме Даггера, у него, походу, больше в этой игре ничего не появится. Но есть 800 золота, так как-то сомнительно все это дело выглядит. Форс нужен Дэнди. У него с деньгами напряг 17
минут, ну тут с айтемами, конечно, да. Глуховато. Ну, так же, как, в принципе, у СФ. Сон успевает хукнуть Дэнди, но тоже попадает под действие вакуум. Замедлять. Да, успевает зацепить Синг-Синга. Юзается клоны. Сбивает себя замедление, но в любом случае от Наги ничего не осталось. Только, наверное, светлая память. Надо ломать тауэр, надо убивать Рошана. Каипи ровным счетом ничего сделать не могут, если глянуть на экономику 7,5 и экспы 7,5. Практически... практически без шансов. Ну вот за последние пару минут Натус Винсеры, по сути, не особо укрепились ни экономику, ни экспу, как ни странно. Так, Eternal Envy. Даггераут не успевает заюзать Крэш и не попадает по Дэнди, только по клонам. Это минус. Очередной минус, который... опять непонятно вообще, что там собирался делать Слардер. Синг-Синг уходит. Синг-Синга сложно убить из-за того, что он замедление сбивает своей первой обилкой. Так, а здесь решили разобраться с Рошаном. Ну, без хвоста тут, конечно, не разберешься. Хорошо. Да, фамильяры по 2 хп себе восстанавливают. Посмотрите, какой дичайший отхил. Ну, с их 300 хп, на самом деле, по 2 хп за удар восстанавливать — это норм. Как-то тяжеловато им дается Рошан. Всю команду Каипи, мне кажется, проще убить на данный момент, чем у одного Рошана. Так, Бон 7. Нага Сон имеет. Нет, у Наги Сон в кулдауне. Дэнди вытаскивает. Хорошо, минус 1. Артизи забегает в гущу событий, но у него нет БКБ. Стенка, вакуум. Синг-Синг уходит. Этернал Энви еле живой. Дэнди попадает хуком практически вплотную. Убивает Нагу. Фаник убегает лоу хпшный. Артизи сейчас его пупей поймает. Иди сюда, родной. Выписывает просто-напросто импелами. Вот так вот его с руки забивает. Выбили Аегис. Не страшно. По-моему, хвост пытался заобузить армлет в момент, когда СФ разорвало на части. В общем-то, выбили Аегис. Не страшно. Там уже... блин, да господи боже. Так, Кираса близится. Пока еще нет Кирасы. Но уже скоро. Нага. Арканы стики. Бон 7 делает себе Shadow Blade. Ну, Бон 7 отыгрывает неплохо. Единственное, наверное, что тут можно... к чему можно придраться, это то, что в начале игры нафидонил. То есть можно было сразу пойти в лес и забить на этот bottom line. А он там ФБ отдал, потом еще отдался. И мало, в общем. Мало хорошего первые 2 минуты от него, а потом вроде как... выполняет свою работу. Хвосту надо дофармить Кирасу, там 3 цеп буквально. Так, а здесь... ну, кстати говоря, у Артизи до БКБ тоже не так много. Не так много денег. Куроку делает Аганим. ДС от Даггер. Здесь 2500. Дэнди может себе купить какой-нибудь форстав. Пока вообще деньги не тратит. Ой, что-то Дэндимон, по-моему, не по шансам сюда прилетел. И просто... что это было, господи? Это еще даже рептайда не было. Просто под амплифаем съели. Никс Ассасин приобретает себе даггер. Теперь вот в 2 даггера. Вот эти 2 товарища плюс еще на Экс будет в кого-то залазить. Такие врыватели. 2000. Тауэр снизу ломает Каипи, в миде ломает Натус Винсеры, Т2 на Т1. Ну, я думаю, Каипи довольны, то, что они сломали тауэр снизу. Им выгодно в миде, потому что они вряд ли бы задефили, а тут, оп, хоть какая-то денежка. Плюс еще Дэндимон нафидонил. Дэнди 2500 купит ли что-нибудь? Ну, что он копит? Так, Тревела купил. Ну, чё бы нет. БКБ приобретает СФ. Вот это уже интересно. СФу надо души набрать. Получается, комбинация Нага слипит, СФ ультит, и там надо как-то все это дело выключить вовремя, чтобы СФ надамажил. Насколько хороша комбинация, увидим. Курьера Eternal Envy убил.
и убегает с места преступления без номеров в неизвестном направлении. Хитрый Eternal Envy. Но он пошел спидпушить. Он тоже близится. Даггер. О, извиняюсь, БКБ. Огр Клаб взял. Штука 600. На Митрил Хаммер деньги, счета есть. Пупей под Вендеттой рыщет, бродит. Но здесь он никого не найдет. Только он совух. Хвост. А, у хвоста-то, блин, а хвост-то себе должен был принести кирасу, и там плетмейл, чейнмейл плюс рецепт на кирасу был в курьере. Вот же ж незадача. Теперь придется ждать, пока появится кираска. Можно какой-нибудь еще айтем к этому времени нафармить. Чё бы нет, Дэнди. Угор Клаб купил. Дэнди тоже не торопится. Ну, раз Каипи ничего не делают, то можно пофармить. Почему бы нет? Посмотрим на экономику, что тут происходит. Посмотрите-ка, за последние 10 минут практически никакого продвижения. 7500 по золоту, по XP там 7, ну, около 8. Ну, в общем говоря, что-то как-то Натус Винсера перестали давить. Так, давай под ускорение. Ну, у этого 490, здесь 522. Даггер скоро он стенку ставит, хорош. Прилетает Дэнди. А эти товарищи сразу бежать. Хук, оп, не поймал. На топе, поймали Фурыча. Куроку пока еще без Аганима. Был бы с Аганимом, можно было бы еще убить. Ну, тем более, что тут Shadow Blade. Надо бы еще Сики приобрести. Досты. Без достов. Либо Сентрей. Вообще гем уже можно купить. На такой-то минуте. Поломать Вижен весь. Так, когда там появится Рошан? Еще не совсем скоро. 30 секунд до курьера. У хвоста. Каипи вообще ничего не делают. Ну, время от времени Eternal Envy фидит и все. Они вроде как имеют какую-то стратегию, вроде как у них есть какой-то пик, но они терпят. И, наверное, это правильно. Лишний раз высовываться. По сути, страта-то как бы работает. Вы видите, да, что экспа вроде более-менее растет, а вот золото на одной отметке держится, а это выгодно Каипи. У них лейт все-таки посильнее. Тем более, что есть Нага, которая контрит сеткой лайфстиллера. А кроме лайфстиллера, тут особо дамажить-то никто и не может. У Натус Винсера. Поэтому им нужно поторопиться. До появления Рошана. Не, Каипи, вот что-что, а дефить эти засранцы умеют. Притом они умеют дефить, даже когда у оппонента преимущество все-таки в разы больше, чем на данный момент у Натус Винсера. Очень странно. То, что Нави так подуспокоились и перестали пушить. Пуш-потенциал тоже, кстати, не очень хороший. Гем приобретает визаж. Блин, я опять не могу нажать на курьера. Чертов баг. Где он там летает? Так, кирасу, я так понимаю, да? Принесли. Ну, наконец-таки. У него к этому времени еще 3000 сверху. Тут можно и Abyssal Blade собрать. Может быть, что-то другое. Что там у хвоста на уме. Так, под смоками. Одни, другие. Ой, поймали СФ, а БКБ он не прожимает. Ну и, в общем, теперь уже, наверное, и БКБ нажимать не имеет смысла. Минус. Опять курьера убили. Да вы что, ребята, просто мастера убийства курьеров. Главная миссия просто убить курьера. Жаль, у курьера нет байбека. Мне кажется, Нави бы сейчас заюзали его. Просто сделать такой некий фановый байбек на курьера в виде, не знаю, там, 10 тысяч.
Так, хоп, мискликнул, у тебя минус 10 тысяч, прикольно. Еще, правда, 10 тысяч надо нафармить. Ага, поймали саппорта, разорвали. Минус Бейн. Ну и продолжают грызть таур, есть глиф, оттягивают, оттягивают. Нага пошла, сейчас рептайдом там начнет накрывать. Оп. Какой-никакой дэмэдж. Поддефить. Ну здесь линию, конечно, они потеряют, но как минимум Т3. Если за бараки драться не будут, и бараки упадут. Практически 5000 у хвоста. Нетворс 16 тысяч. 10 тысяч фура, 10 тысяч дерксир. Ну вот видите, фура только сейчас догнал по нетворсу. И вот, кстати говоря, он тут тоже спритпушит и ломает Т3, но... Пришел Фаник и разобрался. До Рошана буквально там, не знаю, минута, может, полторы. Пупей. Опять ищет кого-то под Виндеттой. Орчит появляется у фуры. И кому же страшен Орчит? Ну, на самом деле, Орчит страшен практически любому. На Экса, если еще поймать Орчит, то там... Да. Приятного мало. Но у Найкса уже с армором все хорошо. То есть, в жесткий минус его вогнать не получится. Но в минус можно вогнать. Тут 14 армора 1 выжигает. Нет, 5 армора выжигает. И здесь, ну, если промаксить, то 6. Здесь получается 11 плюс 14. 25 армора. Медальки ни у кого нет. Да? Да, ни у кого нет медальки. 25 армора. А у Найкса 27. Ну, вот так вот. То есть нужно ждать, пока еще Amplify будет промакшен. Вот тогда будет вгонять точно в минус. Появился Рошан. Нави тут как тут. Вот тут ни у кого монетки нет. Куроку не стал покупать. Сгрызает быстренько Рошана. Никакой вообще, в принципе, инициативы от Каипи не исходит, кроме вот убийства курьеров. Это, по-моему, их какая-то потайная способность. Манта стайл. Ого! Хорош! И выйдет сетку. Ну а что? На Найксе очень часто покупают Сашу Яшу. Манта это практически та же Саша Яша, только вместо замедления, да, там Майма. Вот! Разорвали на части, побежали пилить СФа, и СФ тоже минус. Вот так вот. Манта, она ну, по атрибутам, которые дает, она практически как Саша Яша, да? Там, ну, Сэнджи, конечно, поменьше. Но зато есть возможность сейвейдить там всякие вот, сбить всякие обилки, типа Amplify и так далее. То есть... Очень-очень приятная штука. Я, кстати, на 100% не уверен, сбивает он Amplify или нет. Но, по-моему, сбивает. Треки так уж точно сбивает. Так, кого-то там пуч кушает. А он тут решил немножко свежей фурятины поесть. Ну, нормально. Мистер Пуч. Эй, мистер Пуч. Так, так, так. Опа, поймали Дэндимона. Минус армор. Ой, как больно прижигает. Тут дэмэджа вроде всего 140, а плюхи такие прилетают. Как будто тут, не знаю, под 300. СФ еще подошел на огонек. Беги, Дэнди. Черт, тут просто... Ага. Так, ультить. Нет, ТП аут. ТП... Я не понял, а что это такое? Типа рейндж? А, но он то позволял, то не позволял. Дэнди мог, кстати, хукнуть. Да. А Нагу-то не отпустили. Спасателя. Всю команду спас, сам не ушел. Ну и вот он, Дэнди, заходит под Т4 Т1, съедает СФа. Хвост пошел под фонтан. Типа, базу ломаете, базу, что вы делаете, демоны. ГГ, пишет Артизи. ГГ, пишет Пупей. Хвост делает ультракил. Очень важный. Очень важный ультракил для этой встречи. Без этого ультракила могли бы и не затащить. Что, пойдет под тауэр?
этот фонтан. Рэмпэдж. Ах, нет, это просто годлайк. ГГ. Да. Ну что, счет становится 1-0. Первую карту выигрывают Натус Винсера со счетом 30 на 8. Да. ГГ. Тоже напишу, а что все пишут ГГ, я что не могу. Так, ребята. Значит...